Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Мы вам предлагаем современный 401 способ. Так, вот она, та самая квартира, киса. Но у нас нет ключей. Киса, мы с вами и есть ключи от квартиры, где деньги лежат. Мы же с вами судебные приставы. Ага. Так что выносите из этой квартиры все вплоть до колготок. Не щадите ни женщин, ни детей. Ну что ж, зайдем. Мир ваш дом, да любовь и совет, неплательщик. Открывай сундучки, доставай пятачки, да выворачивай карманчики. Привела нас к тебе плохая история твоя кредитная. Привет тебе от бум-бум-бим-бим-бам-бам-банка. Челом бьем. О, ковер. О, плазма. О, люстра. Ага. О, курточка. О, тапочки. Так что происходит? Выношу холодильник. Лед тронулся, господа. Голубчик. У нас для вас две новости, плохая и хорошая. Плохая, мы сегодня у вас все вынесем. А хорошая? Есть возможность подработать грузчиком. А вы кто такой? Я сын турецко-подданного. В смысле? В смысле, моя мама часто любила отдыхать в Турции без денег. Сколько стоит этот телевизор? Вот этот, 120 тысяч, между прочим. Проведем экспертизу. Господин эксперт? Да-да. Сколько стоит телевизор? А он черный? Радикально черный. 500 рублей максимум. Экспертиза под... Какие 500 рублей? Дядя, что вы на меня кричите, как бабуля на айпад? Ну что ж, мамаша, пройдемте в закрома. Куда? У меня и так уже ничего не осталось. Сосед, привет. Помнишь, ты мне деньги занимал? Не помню. Как не помнишь? Я тебе должен. Да ничего ты мне не должен. Должен. Не должен. Должен. Не должен. 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 Не должен. Не должен. Все довольны. Так куда? Куда вы прячете? Но, дядя, с деньгами надо расставаться легко. Что за дурдом? Салют трудящимся! Браво, киса! Ударим велопробегом по хламу на балконе. Да, и еще, киса. Да-да? Скрутите все трубы и спустите их вниз. Но как же я старый больной человек, измученный Тарзаном? Нарзаном, киса. Человек, измученный Тарзаном, Наташа Королева. Слушайте, а может быть мы с вами как-нибудь договоримся? Присядем, выпьем чаю. У меня есть торт. Киса, ваш выход. Я полагаю, торт здесь неуместен. Браво, киса, браво. Так вы вообще все хотите у меня забрать? Мне-то что делать? Снимать штаны. И бегать? Снимать штаны, голубчик, я вам говорю. Нам 200 рублей перекрыть осталось, и все. Знаете что? Вам надо, вы и снимайте. Голубчик, ну я же не голубчик. Мама! Никита, что происходит в моей квартире? Вот этот человек, он пришел. Любовь и... Васильевна, литература? Петренко 2? Да, вот, понимаете ли, нашел себя, отнимаю имущество у ни в чем не повинных людей. А вы говорили, нет такой профессии. Вот. Мама, эти люди хотят у меня все забрать, потому что я не заплатил по кредиту. В смысле не заплатил? Я 2 недели назад сама все оплатила. И в этот момент Остап понял, что его будут бить. Возможно, даже ногами. Господа, снимайте шляпы, обнажайте головы. Сейчас состоится вынос тела. Киса, бежим! Верни колбасу, я все прощу!